Я здесь не просто работаю барменом, как вы думаете, не просто разливаю, лед дроблю или соки различные там наливаю, я наблюдаю. Макс работает в караоке-баре. Наблюдая за посетителями, однажды он задается философскими вопросами. А что есть любовь? Как создавались эти пары, что приходят сюда петь по вечерам? Почему люди все время хотят кого-то полюбить? С этого и начинается весенняя импровизация. Мою героиню зовут Вика. Это взбалмошная девушка молодая, которая постоянно ругается своим парнем, но не со зла. Но вот у них такие отношения, что вот кошка и собака. Им это нравится, это, как говорится, им это в кайф. Режиссер ставил задачу так, что вот, прочитайте вот мою пьесу и уже задумайтесь, какую роль бы вы хотели сыграть, что вам ближе. Он также был новый опыт работы с актерами, так как мы писали монологи. Мы сами практически писали свою роль, и он это очень одобрял. Кроме кошки с собакой бывают пары-домоседы, первая любовь, они везде целуются. Кумиры-поклонницы или бич современности, интернета-зависимые, не выпускающие из рук гаджеты и постоянно размещающие в соцсетях свои фотографии, куда бы ни пошли. Сверхзадача этого спектакля – развлечь. Да, развлечь тем, что вот, ой, блин, вот это, да, вот у нас так вот, да, да, я узнаю себя, действительно, у нас так происходит, но не себя, так друга точно. Мы здесь все как бы собираемся в неком кафе, караоке-кафе, вот, где происходит сама вот эта вот, то есть завязка, жизнь какая-то общая, да, и... По сути дела, то есть у каждого, ну, свои такие несколько, так скажем, мы здесь и посетители, мы здесь и там, я вот, например, и ведущий свадьбы, да, как мне в жизни тоже бывал как бы такой опыт. У Алексея Сарангова тоже был опыт знакомства с мордовскими артистами. Он ставил здесь музыкальную сказку «Курмай» по пьесе Валентины Мишаниной. И уже тогда заметил, молодому коллективу хочется импровизировать. Спектакль «Караоке» позволит это сделать. Я написал обычную ситуацию, какая могла быть в Саранске, в Элисте, не знаю, в Москве, именно любовь, которая нами движет, и актеры эту историю будут просто разыгрывать. То есть, получается, поставлена сверхзадача, предлагаемые обстоятельства, и они это разыгрывают. То есть, может, я уеду, они будут по-другому все играть, но от этого и будет моя ставка, что зрители за это будут ходить. Что такое любовь? Что такое любовь? Это не беспокоит. Если рядом любовь, значит, в сердце ворвалась весна, а в Национальном театре премьера спектакля «Караоке» «Подписаться на любовь». Уже в эту пятницу, 14 февраля. Не пропустите. Алена Москалева, Игорь Гангаев. Наши новости.